Привет! Сегодня мы напишем Witch House Remix с нуля, потому что ну сколько можно уже этого трэпа? Если ты со мной согласен, ставь лайк. Стартуем. Чтобы сделать ремикс, нам нужен сам трек и вот это Lana Del Rey, Summertime Sadness. И к счастью для него есть официальная акапелла, так что вырезать ничего не придется. Я закинул и трек, и акапеллу, чтобы выровнять акапеллу под трек и вырезать нужные мне там 8 или 16 тактов. Мне нужен вот этот кусок и вот этот. В акапеллу я уже выставил стретч и опустил на 200 центов, потому что именно в такой тональности я буду писать. И чтобы все стало более темным, таким вичевым, более атмосферным, нам нужно темп уменьшить до 95. Переименуем ее. Следующим этапом добавим важнейший инструмент атмосферного вичхауза. Это серум, в котором мы накрутим бас. Унисон на 16. Выбираем здесь аналог, basic shapes, форму волны. Теперь добавляем второй осциллятор и опускаем на одну октаву вниз. Вот здесь добавляем саб. Теперь на фильтре подрубаем вот это и вот это. И как-то вот... И ноты, на которых будет играть басец, это G, B, потом A и потом E. Я это знаю не благодаря своему прекрасному слуху, а благодаря прекрасному интернету, потому что я просто загуглил аккорды. Чтобы добиться того самого звука, нам нужен плагин Max Bass от Waves. Включим режим Max Bass и перетащим Frequency вот сюда куда-то. Вот. Теперь нам нужно High Pass поменять на 6 дБ на октаву. Немножко задерем Max Bass. Следующий инструмент это, конечно же, тоже серум, в котором мы сделаем невероятно атмосферный лид, пэд, что-то типа такого. Также просто задрали юнисон на максимум, вешаем на него прекрасный и бесплатный плагин Delay. В нем нам нужно Div Amount и Div Size закрутить на максимум. Неплохо, но если убрать Dry, становится просто волшебно. И сыграем невероятно сложную мелодию. И, конечно, я не могу не добавить какой-то вот такой звучок. Если мы просто впихнем его в микс, то он как-то немножко теряется. Но сейчас мы закинем на него декапитатор, чуть-чуть задерем с включенным панишем. После этого закинем сюда Endless Smile. Это будет главным ревербератором нашим на сегодня. И Intensivity ставим огромную. Оп, он и полетел, полетел, полетел. Но это еще не все. Еще расширяем стерео-шейпером и закидываем сюда Pro Q. Вот этот его основной тон немножечко прибрать, чтобы вот эти вылезли. И после этого можем с чистой совестью закинуть сюда панкейк и микс поставить типа 60, чтобы он таки был супер летающим. Вот такие звучки мне очень нравятся. И теперь у меня к тебе есть малюсенькая просьба. Поставь лайк этому ролику, особенно если тебе нравятся мои эксперименты с другими жанрами. Ведь именно твой лайк поможет немножечко продвинуть это видео в алгоритмах YouTube и дать мне немножко мотивации не только писать один и тот же трэповый бит много лет подряд, но еще и экспериментировать с какими-то новыми жанрами. Так что поставь лайк, спасибо. Теперь займемся вторым паттерном и добавим туда фортепиано. Естественно, это нуар, естественно, это контакт. Тональность трека B Natural Minor прописываю обычным образом аккорды. Почти не слышно фортепиано, потому что у нас все место занимает вот этот лид. И чтобы создать как бы движение внутри трека в том числе, dirty фильтр мы сюда закинем и немножко его приберем. То есть dirty фильтр будет включаться в тех местах, где будет играть фортепиано. По-моему, он полностью пропадать не должен. А чтобы фортепиано зазвучало поприятнее, средние нотки аккорда берем, задираем их на октаву вверх. И, конечно же, Alt-S. Теперь, чтобы зазвучало еще приятнее, берем вот эти нотки, которые сыграны лидом, и вставляем фортепиано и поднимаем на несколько октав вверх, чтобы просто вот так было. И, конечно же, чуть-чуть эффектиков, типа Fresh Air, вот так. И сразу после него Endless Smile на каких-то больших значениях. Полетела мелодия. Еще вот здесь у нас будет дроп, который мы пропишем позже, а пока ударочки. На снэре, как и на многих других звуках, я стретч включу, рейндж задеру и звук сделаю пониже, чтобы было поатмосфернее. Кик звучит без питча, вот типа вот так. На этой конге, например, тоже мы питч понизим немножечко, и она будет отыгрывать у нас типа... У этого звука роль будет поинтереснее, она будет играть ту-ту-тун перед снэром, типа... Только вот так по громкости. И в панораме тоже мы его пошатаем, типа вот так и вот так. Этот звук мы тоже сделаем пониже, типа. И вот этот звучок будет играть с каждым вторым снэром. Перкуссия здесь очень сильно отвечает за жизнь и движение всего бита. Мы потом добавим еще маленький лупчик перкуссионный. А пока добавим первый из двух хэтов. Он будет у нас звучать на 700 центов ниже и со включенным стретчем. Переключаемся на одну вторую и делаем вот тут вот такую вот ускоряшку. Жмем Alt-R и очень сильно крутим ему панораму с включенным биполяр и крутим ему velocity.
то есть за счет рандомизации панорамы и velocity он будет добавлять там еще больше движения. Они будут тихо-тихо играть, и этого нам все равно будет достаточно. Еще мастер Лакрима сказал, что у хай-хетов нужно подкручивать немножко атаку, чтобы они были ближе к шейкерам. Типа особенность жанра. Окей. Более яркий хэт у нас вступает вот здесь вот. И здесь ускоряшки будут раз в один такт, потому что я так захотел, потому что это мой трек. Кроме вот этого места, оно вот полностью будет состоять из вот этого ускорения. И вот их сочетание, вот этих двух хай-хетов, по-моему, очень круто звучит. И, конечно, появляется крэш, который совершенно не нуждается в представлении. Еще я хочу добавить вот этот перкуссионный луп. И опустим его на 1000 центов где-то. То есть, типа, он почти как текстура. И как обычно, напоминаю, что недавно у меня вышел большой, совершенно точно, принципиально новый видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, то по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. В первую очередь на голову закину вот этот density эффект, он, конечно, сильно жрет КПУ. После этого Endless Smile и фишка с вокалом. Я сделал send-канал, на него повесил дилей. Еще нужно повесить на этот канал с сендом Endless Smile, чтобы очень сильно размыть этот дилей. После этого закинем сюда лимитер. Поскольку голос засендил на этот канал, то в сайдчейне мы можем выбрать акапеллу. Когда голос играет, дилея не слышно, а когда пауза, он вылезает. Вот такое звучание, сайдчейн мы все оставим на потом. Я собрал группу инструментов и повесил на них вот глуфос, брайтон на 100%, тейм на 10%. Типа такой умный эквалайзер. Буквально чуть-чуть прибрал голосочек. На кике вот такая эквализация, просто немножко задрал ему 60 Гц, чтобы он стал таким более низастым. На снэре Endless Smile, на перкуссии Endless Smile и стерео расширение. На хай-хете Half-Time с 13% в этот для жирности и Endless Smile. И на DRM прямо сейчас отправится J37 и будет с этим пресетиком. И можно все это шлифануть Камел Крашером. Достойно, но нам нужно дисторшена гораздо меньше и компрессии гораздо меньше. И этого ролика не было бы, или бы он был гораздо хуже без мастера Вичхауза, лорда Лакрима, который регулярно заходит на стримы и который любезно согласился помочь мне разобраться в тонкостях Вичхауза и поделился своими фишками. По подсказочке или по ссылке в описании пройдите и послушайте свежие работы лорда Лакрима, потому что они крутые. It's time, чтобы сделать дроп. Ставим сюда новый паттерн, который для удобства закинем в фортепиано и закинем сюда хай. В нем есть крутые стандартные лиды, пресеты жмем и поли лид. И просто по ноткам аккордов его спускаем вот так. Здесь ставим это на F. И вот так. Мотивчик нам нужен максимально просто простой. Этот подойдет. Хайф дублируем. Вторая половина будет на октаву выше. Чтобы он лучше читался, можно накинуть Fresh Air и Endless Smile. Чуть-чуть грязненько, но сейчас мы это приберем, конечно же, эквалайзером. Просто не нужно создавать грязь, но мне здесь очень захотелось. Песочек типа вот этого, Make Dynamic. Make Unique Kick Snare, потому что у нас партии его будут отличаться. Все. Но еще у нас добавится вот этот звук. Еще у нас будет вот такой лайфхэт. На дроп снэре у нас будет большой Endless Smile. А на лайфхэт мы закинем стерео энхансер. Еще в дропе у нас есть вот этот FX-шот, но я предлагаю его усилить. Просто добавить тот же самый звук на октаву выше. Вот так, чтобы прям... прям крик души был. Теперь просто необходимо сделать сайдчейны от кика на все инструменты и на бас сайдчейн to this track. Просто лимитером, дешево и сердито. Следующий уровень сайдчейна это от DRM сделать сайдчейн to this track на AI и закинуть сюда SUS 2. Врубаем сайдчейн, в процессинге правая кнопка мышки DRM и типа чуть больше двоечки ставим, больше не надо. И я еще забыл, нам нужно в дропе сделать make unique на crash и сделать тыщ, тыщ, тыщ. Перед дропом нам нужно вот так немножко все сократить. Потому что тут 1, 2, 3, 4 и бдум. Ну и не мог Вичхаус трек обойтись без кусочка из стрима самого позитивного стримера слэш-любителя Вичхауза. Пиши в комментариях, если ты узнал, кто это. А если ты еще и угадаешь, что за игра была в этот момент на экране, то я даже лайк к комментарию твоему поставлю. А что это за стример, на экране подсказок, естественно, нет. Матершинник Сквернослов. Отличный никнейм, спасибо. Наверное, немножечко растяной этот голос. Задумываюсь иногда, что мы не будем вечно жить. А что ты в этом какие-то...
какие-то минусы видишь, что ли? И немножко это надо подцензурить. Надо вечно жить. Конечно же, сюда нужен вот такой импактик, реверс с ним. Шикарно. И перед тем, как мы приступим к мастеру, я хочу на этот самый мастер закинуть Dirty фильтр, чтобы сделать немножечко фильтровых автоматизаций, чтобы прикольнее все звучало. Сделаем автоматизацию high-pass фильтра. Фильтр у нас будет немножечко вот так вот закрываться, и потом резко откроется. И начнется он тоже немножко прикрытым. И еще можно упороться и нарисовать движение еще low-pass фильтру. На мастер у нас вместо G-клипа Newfangling Saturate. Разгоним сначала просто, пока не появятся искажения. В вазоне куча всякой фигни. Во-первых, немножко подрежем 300 Гц. Во-вторых, немножко задерем 3000 Гц. Имайджер не обязательно, но можно уж Gentle Weave чуть-чуть. Потом Gentle Tape, чтобы чуть-чуть добавить верха. Следом бесплатный люфтикус в режиме мастеринг. Ставим сюда 10К, то есть 10 кГц. Два много, полтора. Давайте единичку поставим, чтобы не борщить. И просто подфильтр Pro L2. Вот такой получился трекан. Я его немножечко допилю, и вы уже, когда смотрите это видео, сможете послушать у меня его в паблике ВК и в телеграм-канале. Все ссылки в описании. Если понравился бит, если понравился видос, то обязательно ставьте лайк. Особенно ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я экспериментировал с новыми жанрами. Если будет активность, то я буду просто вынужден это делать. Также напоминаю, что недавно у меня вышел большой, принципиально новый видеокурс по битмейкингу FL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет новичкам. Узнать подробнее у меня ссылка в описании. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И с вами был Стас Гарфпрод, это я. Буду ждать вас в следующем видео. Пока.